компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Стартовала неделя предпринимательства, открытием которого стало координационное совещание. Основная тема – имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках Всероссийской недели предпринимательства планируется организовать открытые консультации контролирующих органов, организаций инфраструктуры, поддержки предпринимательства и кредитных организаций. Более 10 организаций будут консультировать предпринимателей фойе спорткомплекса Ивана Ярыгина во время проведения выставки-ярмарки «ТВАЭкспо». Кроме этого, в рамках недели Министерством экономики Республики совместно с высшими и средними учебными заведениями будут организованы встречи успешных предпринимателей Республики со студентами, специализирующимися в сфере экономики и менеджмента. Будут также организованы экскурсии студентов на производственные предприятия малого и среднего бизнеса. Отдельно пройдут обучающие мероприятия для предпринимателей по экспорту продукции за пределы России в Монголию и Китай, а также обучающий тренинг по участию в государственных и муниципальных закупках по программе обучения. В рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники регионального МВД провели для детей и молодежи зарядку. В нынешнем году акция приурочена к 300-летию российской полиции. Перед началом мероприятия на территории скульптурного комплекса «Центразии» для гостей с музыкальными номерами выступил фольклорный ансамбль ведомства «Уренхай». После полицейские спортсмены показали участникам мероприятия несколько разминочных упражнений. Далее были развернуты площадки, на которых сотрудники органов внутренних дел провели мастер-классы по футболу, приемам национальной борьбы хуреш и технике дзюдо. В Кызыле с 21 по 24 мая проходит антитеррористическая тактика специального учения, в ходе которого планируется отработать вопросы взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тувы и мэрии Кызыла при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму. 24 мая с 8 часов утра до 18 часов вечера на территории нескольких центральных улиц Кызыла будут вводиться временные ограничения для передвижения транспортных средств и граждан. По информации Красноярскстата, по состоянию на конец 2017 года в хозяйствах всех категорий Тувы поголовье овец и коз составило 1 140 000 голов, птицы – 182 000, крупного рогатого скота – 164 000 голов. Из него коров – 71 000 голов, поголовье свиней – 9 000. В 2017 году хозяйствами всех категорий республики произведено скота и птицы на убой около 14 000 тонн, что на 1,1% больше, чем в 2016. Вместе с тем производство крупного рогатого скота сократилось на 2%. Также в Туве в прошлом году было произведено 64 тысячи тонн молока, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. Производство яиц увеличилось на 8,6% по сравнению с 2016 годом и составило около 2 миллионов штук. Объявлен конкурс на второй этап реконструкции коммунального моста через реку Енисей в Кызыле. Стартовая цена торгов установлена в сумме более 900 миллионов рублей, сообщает УВА Онлайн со ссылкой на Интерфакс. Подрядчику предстоит выполнить заказ к 30 ноября следующего года. Прием заявок на участие в торгах завершится 4 июня. Итоги Министерства Тувы по регулированию контрактной системы в сфере закупок подведет 7 июня. Отмечается, что в результате реализации проекта пропускная способность моста увеличится вдвое. Полотно будет соответствовать параметрам дороги второй категории. В итоге двухполосное движение в каждую сторону начнется от кольцевой дороги на улице Кочетова до развилки Караха-Кабакан на правом берегу Енисея. Сейчас дорожное полотно моста соответствует четвертой категории. Результаты мониторинга показали, что коммунальный мост в сутки пропускает около 15-18 тысяч единиц транспорта, что значительно превышает его возможности.
И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 53 копейки, евро 73 рубля 33 копейки. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чультум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Прокуратурой Кызыла организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных и детских игровых центрах на объектах культуры и спорта с массовым пребыванием людей. По результатам проверок владельцам объектов внесено 25 представлений об устранении нарушений закона. Заведены административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», которые направлены для рассмотрения в Главное управление МЧС Тувы. Индивидуальным предпринимателям назначено по 20 тысяч рублей штрафов каждому, а юридическим лицам от 150 до 200 тысяч рублей. Все 25 решений Главного управления МЧС Республики вступили в законную силу. С 14 мая в Туве идут комплексные проверки летних оздоровительных лагерей. В 2018 году на территории республики планируется открытие около 200 лагерей с общим охватом более 19 тысяч детей. Проверки произведены в Тесхемском, Эрзинском, Барунхемческом, Чедыхольском, Тандынском, Дзунхемческом, Улухемском районах и городе Агдаурак. В ходе проверок выявлено 65 замечаний, 20 из которых на сегодняшний день устранены. В настоящий момент председателями муниципальных образований и учредителями детских лагерей ведутся работы по подготовке летней оздоровительной кампании этого года, в том числе по устранению предписаний, выявленных при проверке детских лагерей рабочими подгруппами, сотрудниками Управления Роспотребнадзора по республике для получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагерей. Военно-патриотическая команда школы номер 2 города Кызыла по итогам отбора стала участником всероссийского турслета военно-патриотических клубов «Алтай-2018». Слет «Алтай» пройдет в Смоленском районе Алтайского края в живописном ущелье на реке Песчаной. В программу войдут мастер-классы и тренировки по рафтингу, скалолазанию и парапланеризму, занятия по основам военных знаний, марш-бросок с элементами военно-туристской полосы препятствий и так далее. В ходе слета также выявят сильнейшую команду в соревнованиях по перетягиванию каната, лучший караул и лучший бивуак. Планируется, что участие в слете примут около 20 команд военно-патриотических и военно-спортивных объединений из Алтайского края и других субъектов России. Слет военно-патриотических клубов «Алтай-2018» проводится на грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Правительство Тувы утвердило стратегию развития региональной системы здравоохранения. Ее ключевыми ориентирами станет обеспечение доступности медицинской помощи, повышение ее качества, активная политика здоровья и народосбережения. За счет выполнения задач, сформулированных в документе, планируется к 2030 году увеличить главный интегральный показатель здоровья населения, ожидаемую продолжительность жизни до 74 лет, или почти на 10 лет больше по сравнению с уровнем 2016 года.
Предполагается акцентировать работу на профилактике болезней, охране материнства и детства, доступности и качестве помощи, формировании интегративной медицины, развитии государственно-частного партнерства, привлечении частных инвестиций в сферу лечебного туризма, а также расширении выбора пациентов, формах и методах лечения. Стратегия оценивает и вызовы, которые необходимо преодолеть для дальнейшего развития здравоохранения. Одной из серьезных проблем считается удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие труднодоступных поселений, существенно затрудняющих оказание медпомощи и снижающих ее оперативность. Отмечается, что многое придется менять и в действующей организационно-управленческой структуре системы здравоохранения. С учетом данных факторов будет выстраиваться работа регионального здравоохранения на предстоящие десятилетия. Особое внимание планируется уделить и внедрению новых технологий в отрасли. Уже в этом году в эксплуатацию предполагается ввести несколько центров трансляционной медицины, а еще через год полностью сформировать систему телемедицинских консультаций, связывающую все больницы. К 2020 году Минздрав обязуется также сформировать единую информационную систему с использованием цифровой медицинской карты каждого пациента. В противотуберкулезном диспансере Тувы в рамках проекта «Пути к долголетию» ожидается поступление двух передвижных дезинфекционных камер. Также в соответствии с современными требованиями реконструирована регистратура медучреждения и созданы комфортные условия для пациентов. Внедрена электронная запись на прием к врачу. Идет апробация метода дистанционного контролируемого лечения в диспансерном отделении. Также проведена реконструкция здания централизованного стерилизационного отделения учреждения и развернут дневной стационар для больных с устойчивыми незаразными формами туберкулеза, благодаря чему пациенты могут продолжить лечение, не отрываясь от семьи и не испытывая психологической нагрузки из-за необходимости длительной изоляции в условиях стационара. Курс лечения больных с устойчивыми формами составляет 2 и более года. В результате проведения большой межведомственной организационной работы удалось получить лицензию на образовательную деятельность в санаторной школе. В филиале диспансера в Барунхимическом районе открыто дневное стационарное отделение для детей в отдельном здании, в котором проведен капитальный ремонт в соответствии с АНПИН. По многочисленным просьбам покупателей компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством? И не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». Спонсор прогноза погоды – отличные наличные. Отличные наличные – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный дождь, местами грозы. В Кызыле перемена облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах.